городе детства живут чудеса. Здесь не смолкают ребят голоса, и не кончается радостный смех. Двери распахнуты все и для всех. Здесь очень веселая песня живет, и волшебство за кулисами ждет. Стоит лишь двери тебе распахнуть и за окно, и за глядки шагнуть. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады видеть всех гостей у нас в городе детства! В этом году нашему коллективу исполнилось 10 лет. Значит, нам есть о чем рассказать и чем похвастаться. Подождите, давайте все по порядку. Давайте. И с чего начнем? Как с чего? С песенки. Пригласите песенку, группа дошкольников. Мы будем
что ты сочиняешь? В вокальной студии всего 10 лет. Это для тебя всего 10 лет, а для меня давным-давно. Ну хорошо, продолжай. Давным-давно, 10 лет назад, в Центре детского творчества собрались ребята. А в первый год их было всего 18 человек. Которые очень любят петь. И так у них замечательно получалось, что другим тоже захотелось научиться так замечательно петь. Верно. Сейчас в коллективе около 60 человек. Которые поют замечательные песни. Вероника, ну что ты все замечательные да замечательные? Ну ты послушай сама, какие песни ребята пели. Разноцветные сны, розовый слон. Яркие рисунки, радужные мечты. Фиолетовая туча, разноцветные кони. Ну разве могут такие разноцветные песни быть плохими? Действительно, не могут. А если не верите, убедитесь сами. Сейчас для вас выступит Алина Цветкова с песней «Рыжее чудо». Чудо рыжее взялось.
никому не расскажу. Давай полетаем, что ли, облака сквозь шторы, как обертки от кофе. Давай прогуляем школу и закажем с колой кучу счастья на десерт. Говорю же, это просто леденцы, никакие не звезды. Жали будем сколько захотим, трогать небо руками. Обещаю, мы вернемся к небеси, чтобы не отругали. А знаешь, все мечты такие сладкие на вкус и цвет. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Давай полетаем, что ли, это так легко ли? Не волнуйся, я держу. Давай прогуляем школу, обещаю, что я никому не расскажу. Давай полетаем, что ли, облака сквозь шторы, пока бёрки отдохнет. Давай прогуляем школу и закажем стол, кучу счастья на десерт. А знаешь, все мечты такие сладкие на вкус и цвет. Ну а мы все равно и потерим поровну. И выше неба ты мне улыбнись, я улыбнусь в ответ. Это так здорово, мы и во все стороны мир. Давай полетаем, что ли, это так легко ли? Не волнуйся, я держу. Обещаю, что я никому не расскажу. Давай полетаем, что ли, облака сквозь шторы, как обертки от кофе. Давай прогуляем школу и закажем с колой кучу счастья на десерт. Мечтали, мы выбираем.
очень волнуюсь. У меня так дрожат коленки, что чувствую, не смогу сделать ни шага. Открываем вам секрет. На самом деле мы тоже очень волнуемся. Перед каждым выступлением. Не может быть! Особенно перед фестивальными поездками. Когда мы садимся в автобус, то тут же от волнения съедаем весь запас продуктов. Ирина Геннадьевна нас иногда так и называет голодом детства. Одно время доброй приметой было подержаться за гитару, которую нам подарили в войсковой части. И обязательно, каждый раз мы желаем друг другу ни пуха, ни пера. Давайте так и сделаем. Всем участникам концерта, которые стоят сейчас за кулисами, пожелаем. Все вместе. Ни пуха, ни пера. Ну и, конечно, главное, верить в себя. Thank you.
теперь живешь? Улитка, улитка, ну где тебя найдешь? Хорошо, старшим говорить, верьте в себя. У них большой опыт выступлений. Но когда-то они тоже были новичками, и, наверное, у них не все получалось. Ты права, были и слезы, и обиды. Зато ни разу не было мысли бросить любимое дело. Были и провалы, и огорчения. Зато мы всегда мирились, и дружба наша становилась только крепче, потому что... Все зависит от нас самих! Все зависит от нас самих, ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих, ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, любимый, сомнения встречай, повороты судьбы, смысл жизни ищи, сомнения любых, помни, что ты сильнее, сильнее. Дошкольников с песней «Паучок». Yeah.
нужен совет, я бегу в город детства. В общем, каждый день сразу после школы я бегу в город детства. На сцене Ирина Богданова с песней «Капельки волшебства». Тумба, 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 русский самовар.
Обладать, чтобы стать звездой. Талант, конечно, это здорово, но без упорства, трудолюбия и терпения звездой точно не стать. Именно так в городе детства выращивают своих звездочек заботливо и с большой любовью. А сейчас для вас выступит ансамбль «Созвездие» с песней «Желаем удачи». Пусть озарятся улыбками лица, пусть дарят мир перелетные птицы.
мечтой была, конечно, мечта о выступлении на сцене. И она осуществилась, ведь мы выступали на конкурсах не только в городе Лесном, но и в Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Качканаре, Североуральске и Витебске. Все эти выступления запомнятся нам не только дипломами и подарками, но и положительными эмоциями, которые мы получили, общаясь друг с другом в поездках. А еще я посчитала, что результатом всех поездок стали 55 дипломов в различных номинациях. Для вас сейчас выступит обладательница одного из этих дипломов, Нелли Лауткина, с песней «Все просто».
радуге звездной, где сбиваются мечты. Хореографический ансамбль 3Т. Хореографическая студия 3Т. Главные жители города детства – это, конечно же, дети. А рядом с ними всегда творческие, талантливые и преданные своему делу педагоги. Благодаря им жизнь в нашей студии наполнена интересными событиями и постоянным стремлением к творческому познанию.
мы хотим выразить огромную благодарность всем педагогам ЦДТ, которые были с нами на протяжении этих 10 лет. Это Михалева Марина Леонидовна, наш замечательный хореограф. Козельева Марина Леонидовна. Маринина Светлана Анатольевна. Рассохина Ольга Николаевна. Шамова Ирина Геннадьевна. Она, как всегда, за кулисами с артистами. Хотим поблагодарить нашего звукорежиссера Лыткина Евгения Валерьевича и нашего бессменного видеоинженера, это Болотов Игорь Станиславович. Нам сегодня нужно обязательно поздравить нашу любимую студию эстрадного вокала «Город детства» с юбилеем. Это очень ответственно поздравлять профессионалов. Да, хочется как-то красиво, оригинально, интересно. Так вот выйти на сцену и... Что же мы будем делать? Для этого нужно уверенно и красиво держаться на сцене. Я знаю, на занятиях Ирина Геннадьевна Шамова учит держаться красиво. И улыбаться. Давайте попробуем. Вы улыбайтесь, и я посмотрю. Встали красиво, девочки? Ну, как-то не очень как-то. Как умеем. Нужно, наверное, Ирины Геннадьевны попросить и пару уроков сценического искусства у нее все-таки взять. Попросим. Обязательно. А может, танец? О, танец это ко мне. Так встали все в себя, ножки выворотные, нос вверх и ручкой раз, два. Нет, я уже устала. Все, и без Марины Леонидовны мы ничего не сможем сделать. А давайте, как Ольга Николаевна на уроках сольфеджио, мюзикл поставим. Давайте. У наших ребят это всегда очень интересно получается. Да, здорово. У ребят-то получилось. А кто сценарий напишет, роли распределит, объяснит? А может, мы концерт сыграем в 10 рук? 20. Вот Ольга Николаевна и Ирина Викторовна удивятся. А может, споем? Сразу нет. Почему? Ирина Геннадьевна будет прислушиваться, приглядываться. Кто не ту нотку спел, кто не дотянул, сразу нет. А давайте с нашими любимыми педагогами поиграем. Давайте. В игру «Аплодисменты». Давайте. Наши дети пришли в студию. Родители вами гордятся. Такие вы хорошенькие. Стоите возле Ирины Геннадьевны. Глазками хлопаете. И тут вам в руки передают микрофоны. И вы начинаете петь.
и родители начинают громко и гордо аплодировать своим детям. Покажите, как вы радовались за детей. Уважаемые родители, как вы радовались за своих детей? Правильно получается, хорошо у родителей. Труды преподавателей не проходят даром. Кто-то из учеников проявил себя в сольных номерах, кто-то стал виртуозно играть на фортепиано, а кто-то может самостоятельно вести праздники. В общем, вы стали проявлять свои таланты и ездить на конкурсы, где занимали первые места. Учителя гордятся вами и аплодируют вашими успехами. Учителя, пожалуйста, поаплодируйте ученикам. Еще наши любимые преподаватели устраивают для детей и родителей праздники, походы, экскурсии. И тут уж вы, дорогие ребята, не можете сдержаться, чтобы не захлопать в ладоши и не закричать от радости. Как вы это делаете? Давайте продолжим нашу игру в аплодисменты. И с удовольствием все вместе поаплодируем нашему любимому Дому, Центру детского творчества. Поаплодируем его администрации. Ирине Альбертовне, Надежде Григорьевне, которые всегда нас поддерживают и оказывают нам всяческую помощь. Дорогие наши, Ирина Геннадьевна, выходите, хватит прятаться. Ольга Николаевна всегда сидит у нас там в уголочке. Выходите к нам, поднимайтесь к нам, Ольга Николаевна, поднимайтесь. Ирина Викторовна, Ирина Геннадьевна. Ирина Геннадьевна, ну помашите нам ручкой там из-за кулисы, чтобы мы вас видели. Марина Леонидовна, попросим Марину Леонидовну тоже подняться, не машите. Выходите к нам, Марина Леонидовна. Поздравляем вас с юбилеем нашей студии, которая стала дружным объединением преподавателей, детей и родителей. Марина Леонидовна, давайте, давайте, мы подождем. А то они у нас всегда за кулисами остаются. Героев надо знать в лицо. Высокие ноты и низкие ноты были предметом вашей заботы. Желаем других вам заботы не знать и музыкой жить, ее тайны познать. Ведь с музыкой легче по жизни идется. Она нам с небес в утешение дается. Как здорово то, что вы у нас есть. Пусть добрую будет каждая весть. Вы подарили нам прекрасный мир, мир лучшей музыки и самых добрых песен. Мир величавых гимнов и нежнейших лир стал нам понятен и безумно интересен. Спасибо вам за ритм, за такт, за ключик музыкальный, за жизнеутверждающий мотив, за наш настрой в мажорную тональность. Поздравляем вас с праздником от всей души! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо!
музыкой, еще они танцуют, занимаются рукоделием, спортом и, конечно, любят рисовать свои мечты и фантазии. Им некогда скучать, и поэтому жизнь в городе детства всегда интересна. Лиза Матвеева с песней «Рисунок».
есть на свете, который любят дети. Стоит он в окружении света и тепла. И просто невозможно пройти и не заметить струящийся из окон свет мира и добра. И словно ночью поздней тут вспыхивают звезды. Здесь педагог, волшебник. Талант, как свет зажег, теплом согреет душу среди зимы морозной. И каждому ребенку тропиночку найдет. Наверное, большое счастье, когда их ребенок растет, крепнет физически, хорошо это умнеет. А для нас, педагогов, большое счастье, когда мы видим, когда ребенок, который пришел к нам в Центр детского творчества, вырастает личностно и становится по-настоящему творческой личностью. Вот мы 10 лет наблюдаем, как из разных индивидуальностей вырастает коллектив, единый коллектив, каким стал за эти 10 лет город детства. И без него сегодня не обходится ни один праздник Центра детского творчества и многие городские праздники. Город детства выступал вчера на городском празднике «Высший класс», будет выступать завтра на городском, послезавтра на городском празднике «Последний звонок». И мы этому очень рады.
10 лет – это немного, если сравнить, например, с 30-летием хореографической студии 3D, которую мы недавно отметили. Но вы уже, дорогие дети, дорогие педагоги, знаете главный секрет успеха. Это волшебное слово «вместе». Вместе дети, вместе педагоги и вместе вы, дорогие родители. И поэтому мы верим, что у вас впереди долгий путь. И вот этих маленьких паучков мы увидим, когда они станут большими артистами в большом и счастливом городе детства. Вам, уважаемая Ирина Викторовна, Ирина Геннадьевна, цветы, а детям... Спасибо. А детям юбилейный торт. Новых ваших традиций и новых замечательных концертов с праздником «Город детства». Большое спасибо. А мы приглашаем тогда вот этот торт. А у нас еще есть один сладкий подарок для наших артистов. Поэтому спасибо огромное. Артисты сейчас тихонечко выходят из зала и подходят в 36-й кабинет на третьем этаже.